Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Ольга Болезина. Малый бизнес рассчитывает на введение режима самозанятых в Кировской области. Об этом заявил на встрече с губернатором президент ВТПП Андрей Усенко. По его словам, это позволит гражданам действовать в правовом поле и рассчитывать на меры господдержки. В целом, задачи властей сейчас Усенко видит конкретную помощь малому и среднему предпринимательству, которые наиболее подвержены негативному влиянию кризиса. Помощь нужна на уровне региона в дополнение к федеральным мерам. Например, необходимо снижение финансовой нагрузки по аренде, отсрочка по налогам. Что касается налогового режима для самозанятых, то по предварительным данным такой вопрос может быть вынесен на рассмотрение ОЗС в мае. Программа «Экономика». Банки смогут обслуживать клиентам по паспортам с истекшим сроком. Такие рекомендации дал Банк России. Они распространяются до 1 июля, рассказал управляющий отделением по Кировской области Волговятского главного управления ЦБ Сергей Крюков. Он отметил, что это касается работы как с действующими, так и с новыми клиентами. Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушить режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями. При этом финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление информации о документах с истекшим сроком действия по старым клиентам в плановом режиме, а вновь принятым на обслуживание в этот период клиентам предложить предоставить в финансовой организации актуализированные сведения о своих паспортах в срок до 30 сентября 2020 года. Из-за коронавируса в России решено до 15 июля признавать действующими паспорта, срок которых истекает с 1 февраля по 15 июля. Такие пояснения дают в МВД. Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется. При необходимости паспорт можно заказать новый через портал госуслуг или воспользовавшись предварительной записью по телефону. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. В сложное время, когда стратегии и планы приходится менять едва ли не каждый день, важно иметь надежного финансового партнера. Банк Хлынов вместе со страной пережил не один кризис и поэтому предлагает ряд уже проверенных инструментов, которые позволят бизнесу пережить это время с возможностью сохранить коллектив и не нарастить долги по налогам, коммунальным и другим платежам. Так и для корпоративных клиентов предусмотрена реструктуризация действующих кредитов на индивидуальных условиях. Компании из сфер наиболее пострадавших из-за введенных ограничений могут получить льготный кредит на выплату заработной платы. Этим продуктом могут воспользоваться и представители других отраслей в индивидуальном порядке. Кроме того, в банке Хлынов можно рефинансировать кредиты, взятые в других банках. Предлагаются льготные условия по расчетному обслуживанию. Подробная информация по телефону 8 800 252 37. А у КБ Хлынов лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 74,67, евро стоит 81 рубль 10 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.